На уезде у Чачырск первым гостей сустракая помник отселенным вёскам. Ён узведены 12 годов тому у память об 43 населенных пунктах района, якія зникли после Чернобыльской катастрофы. Свои дамы тады покинули 30 тысяч человек. У вынику насельництва Чачырского района скоротилось прикладно у 3 разы. Миротворцы Гомеля разом с удельниками ликвидации наступства аварии на АЧС склали до помника кветки и ушановали память загинувших от наступства катастрофы хвилины молчания. Символом протягу життя на потерпелых территории стало молодое древо, якое яны посадили на уезде в город. Район сегодня живет, развивается, и люди, те, которые сегодня остались, они стараются сделать все на благо развития этого района. Если вы посмотрели, обратили внимание, что сегодня, как некоторые говорили, что и строится, и сельское хозяйство развивается, и рабочие места есть, и предприниматели у нас есть, которые по итогам 2015 года район занял первое место по предпринимательству. Поэтому очень много детей рождается, а это первый признак того, что город, район будет жить и развиваться. У гэты день спіс памятных мест у Чачырска пополнился музейным покоем, який распавядае историю района у контексте Чернобыльской аварии. Идея его створения заявилась давно. До сбора экспонатов активно подключились мясцовые жыхары. Материальную поддержку оказало Гомельское областное отделение Белорусского фонду миру. У вынику тут представили особистые речи, документы и узнагороды ликвидаторов. Усяго каля 200 экспонатов, якія не только адлюстровывают минулое Чачырщины, але и демонструют, якой она будет в будучыні. Я бы выделила, наверное, на карту все-таки 1986 года и карту 2046, так как мы можем наглядно посмотреть развитие, как будет разлагаться пятно радиационное на фоне карты. Это наглядный пример, что все-таки будущее в наших руках, все-таки оно будет. У день открытия музейного покоя подяки Белорусского фонда миру отрымали 3 жыхарки Чачырского района, которые принимали удел в ликвидации наступства аварии. Гостям урочистого мероприемства, сярод яких были представники молодого поколения, яны рассказали, как на их вачах и с их уделом проходила дезактивация забрудженных территорий. Для нас, для молодого поколения, важны эти встречи с ликвидаторами. Мы рады, что мы можем поддерживать связь с такими людьми. Они для нас будут примером мужества, то, что мы будем им подражать, будем такими же хорошими людьми. Ганна Ковалева, Михаил Рабков, телерадиокомпания Гомель, Чачырский район.